секрет успеха? Мне кажется, вот то, что мы 25 лет вместе, уже 26 лет. 26 лет люди каждый день занимаются любимым делом, каждый день перемещаются из города в город, из страны в страну и несут эту радость людям, обмениваясь этой радостью и энергией со своей аудиторией, которая очень благодарна. И изначально люди всегда у нас настороженные, особенно в Российской Федерации, они присматриваются, они привыкли не доверять. Но проходит 20 минут, и мы находим тот золотой ключик в их сердца, который их распахивает просто настежь, и у нас такой сквозняк взаимоотношений, большая любовь взаимная. И, наверное, это и секрет того, что мы чувствуем себя не уставшими, абсолютно счастливыми. Вот я сегодня вообще спал один час вот, ночью. Мы прилетели из Нижнего Новгорода со стыковкой через Москву, и у меня сегодня была здесь насыщенная программа. Мы прилетели в 8 утра. Но при этом я чувствую себя абсолютно бодрым, счастливым, и мне даже для этого не нужны никакие легкие наркотики или алкоголь. Я позанимался здесь спортом, был у косметолога, правда, немножко покололи лицо, чтобы оно было более бодрым. Вот. Тем не менее, как вы сейчас видите, сейчас город Омск будет чувствовать себя намного счастливее, чем сегодня утром. Я вам это гарантирую.